you feel down? I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man, 'cause you're in a new town. There's no need to be unhappy. Привет, друзья, зрители и подписчики канала. С вами снова Варпач. Гладос, не перебивай меня. Гладос. С вами снова Варпач и Екатерина Владимировна. Катя, поздоровайся. Здравствуйте. Гладос запорола все начало. Так, давай, сделай мне жест. Как вы уже поняли, мы сегодня будем играть в Portal 2. Это тот самый спешл, о котором я говорил. Может быть, вы ждали что-то другого, но... Гладос. Может быть, вы ждали что-то другое, но это то самое... То самое, что я готовил для вас. Играть Екатерина у меня мало играет. Катя, давай уже, делай. Не знаю, не знаю. Смотри, почему вот обезьян? Смотри, у нее есть хвостик, а еще ниже. Какая разница, что это? Нет, ты видишь? Да, макака с красной какой. Так, а теперь моя очередь. Укажи любимый элемент периодической таблицы. А, укажи любимый элемент периодической таблицы. Кукрум я хочу. Посмотри на интересный выбор своего напарника. Я плохо знаю химию, я спорить не буду, я соглашусь с тобой, что вы это медь. Использовать свои сигнальные устройства. Мы, кстати, долго-долго решались и поиграть в Portal 2. Все-таки решились. Надеюсь, Гладос меня не перебивает и говорит не громче меня, и меня будет нормально слышно. Так, а что нам делать? Укажите место, было написано. А как указать место? О, Кать, если на тап нажать, можешь моим зрением смотреть. Ну зачем ты моим зрением смотреть? Не знаю, я просто сейчас по клавишам тыкал. Вот так, это Q, фонарик есть? О, Катя. Да. На F нажимай. Нажимаю. Все. Оранжевый первым получает портальное устройство. Я первый. Кстати, что касается по интро, которое вы, может быть, увидели в начале, почему каки? Катя, расскажи, почему мы каки? Почему я? Ну, расскажи, почему мы каки? Ну, потому что Катя, Киря, сокращенно Каки. Ну, да, это две первые буквы нашего имени. Мы их соединили, у нас получилась команда Каки. Да, Катя? Мы просто отличная команда. Веса синего. Веса синего, Катя, твой вес калибру. Ну, Катя, давай. Открой мне, все. Все, спасибо. Окей. Думалось, это легко будет, да? Так, идем дальше. Идем дальше. Так, и... Я чё, а где ты? А, вот ты. Ваше сигнальное устройство, ценный инструмент, чтобы указать на... Я должен тебе, типа, место. Путь открыть? Ну, окей. Да. Тут за нами следят, тут вон комнаты какие-то есть. Я, кстати, первый раз играю в Portal 2 в кооперативе. Я понятия не имею, что тут делать. Оригинальную я прошел. То есть сюжетную линию, а вот в кооператив я никогда не играл, и вот решил пройти с Катей. Катя уж подавно не играла в такую игру, но... Ну, какую взять? На Е. Ну, вот это то, о чем я говорил. Поставь его ровно. У меня не ужас. Чуть повыше сделай, там, подними его, я не знаю. Все, не уметь. Все, пойдем дальше. И... Так, я знаю, этих штук нельзя касаться, будет пропадать портал. О! О! Так, и куб тоже исчезнет, да? Толк. Да, куб тоже исчезнет. Давай, это сам, еще раз нажми кнопочку, пожалуйста. Вот, нажми. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Я в воду наступил, я что-то даже не заметил, слушай. Нажми еще раз. О, моя рука, или нога, или что это такое вообще. Так, тебе, да, передать, наверное, на, возьми кубик. Возьми кубик. И
Я не знаю куда. А, вот, давай мне его здесь. Все. Я тебе даже не отдала, ты просто все. Я просто забрал. Мне кубик. Так, а зачем эта кнопка? Так, окей. Здесь порталы есть. Так, Кать, я знаю, что если ты перейдешь через эту штуку, то порталы пропадут. Это просто на будущее, чтобы ты знала. Ну, ладно. Так. Здесь у нас пробел, ничего нету. Так, а нам надо попасть туда. А как мы туда попадем? Кнопка, да? А ты не можешь дотянуться до кнопки? Какой кнопки? Нет. Вот да, вот да. Блин, нет. Косой, нет, не можешь, да? Да нет. Так, а если... Так, подожди, да, вот поставь... Ты туда даже... Вот давай сюда поставь, вот, да, все. Все, вот так вот. Не знаю, как это у нас получилось, но получилось. Ура, конфетти! Спасибо, Гладос. Мы просто избранные. Пойдем, открой нам дверь. Хватит. Завершение испытания. Ты мне 5 дала. Продолжим испытание. Так. Я оранжевый. Катя. Нет. Я хочу сюда. А ничего не происходит. О. Так, все, это мы, наверное, прошли первый уровень. Надеюсь. Так, ну первый уровень нам дался, все гладко, все хорошо. Надеюсь, дальше будет точно так же. У меня почему-то консоль высветилась. Так. И у нас по странной причине я играю оранжевым, а Екатерина играет синим. Дело в том, что синий, у него такое подобие прям мужика. Так, сейчас Гладос доскажет, и я расскажу об этом. Еще, Катя, у тебя видно попу. У тебя просто оголенная попа. Вот можешь моим взглядом посмотреть, видишь, да? Ну что? Зачем ты накидаешься? Живот же разглядеть. О, смотри. Шагов сделано 35. Я больше тебя шагов сделал. Ой, что-то у меня... Наоборот, меньше тебя. А ты где? А, ты... Как ты прошла мимо? Очередной уровень, что ли? Насколько я знаю, эта игра вообще очень долгая, и мы с Катей пройдем ее до конца. До конца пройдем же, Катя? Mm-hmm. Я думаю, мы пройдем с тобой ее до конца. Снова здравствуйте. А, привет! Эта зона была изначально предназначена для людей. В ней важно сотрудничество. В отличие от нас, ой, людей надо учить. Ну, что ты встал? Я слушаю, Гладос. Это как мой утренний инструктаж. Так. Так. Давай, давай я пойду. Я прошел. Гладос все смотрит на нас. Хватит смотреть. Открой мне эту дверь. Какую дверь? Оранжевый получает 5 очков научного сотрудничества. Во! Я получаю 5 очков. А, нам надо вдвоем сюда пройти. Так, подожди. Так. Иди обратно. Да, сюда ставим, получается. И сюда, наверное. Да. Да, проходи в портал. Ой. Ты открой мне дверь, открой дверь мне тут. Ту, открой дверь мне. Потом пройдешь в портал. Там дверь должна быть. Да, вот теперь иди в портал. Да. Во, все. Все, пойдем. Теперь мы оба здесь. Все окей. Хотя наука всегда предполагает коллективную. Что как-то выстрел уровень проходит. Что как в случае с Эйнштейном и его кузеном Терри, в историю войдет только один из вас. Почему только один из вас? Ой. Мне показывают тебя в разборочном виде. Мне тоже. Тоже тебя? Мне тоже не понравилось. Что-то я хотел сказать про какого-то мужика или что-то. А, да, сейчас. Гладос, заткнись. Дело в том, что синий более мужиковатый такой. Кать, ничего не делай. Синий более такой мужиковатый и выглядит, да, как-то, ну, мощный такой, толстенький. А я играю с каким-то страусом длинноногим, похожим на девочку.
Так что у нас вот этот юмор будет немного сохраняться, то, что Катя играет таким мужланом, а я играю... Слушай, сам мужлан. Сам ты толстенький. Давай, я уже понял, что делать, пока я говорил. Я пройду туда? Или ты давай проходи туда, я открою тебе дверь. Давай, бегом. Бегом, она закроется скоро. Теперь... И все. Нет, теперь ты стой там, а я просто ухожу. Нет, ты без меня не уйдешь. Там, видишь, вон, я вижу твоим зрением, что надо нас двоих. Вот поставь вот здесь портал, да, и открываю тебе дверь, и поставь вот, вот сюда, вот сюда мне поставь. Вот сюда. Да, все. Все. Так, все. А, стой. А как вот туда? Иди, нет, иди туда. Проходи. Правильно, все. Катя, что ты делаешь? Не знаю, что я делаю. Пройди опять туда. Пройди туда. Пройди туда. Поставь портал здесь. Стоит, да, у тебя? Да. Вот теперь поставь мне его сюда. Куда? Не вижу. Вот где оранжевый. Желтый. Все, теперь иди назад. Иду. Иди назад. Все. Все, стой там. Понятно? Ну, Катя, дай пройду. Нет. Все, я прошел. А что там? Новая комната. Новые секреты. Ну, тут какие-то значки есть. Вот треугольник, крестик, точка, луна. Давай думать, что с ними делать. Вот сюда. Ну, так, сюда, наверное. Так, сюда кругляшок надо. Шарик, короче говоря. А, луна. Что дает нам. Так, ты что сделал? А чего я нажимаю на кнопочку, ничего не делается? Вон, что-то делается. Вон, видишь, наверх посмотри. Вон. Вон там. Еще выше. Да, вот там, видишь, там делается. Так, да. Это я точку. А, слушай, нам надо одновременно нажать. Короче, делаем так. Ставь порталы, вот как я делала. Нам надо одновременно их нажать, наверное, и все. Делай порталы, говорю. Ты делай у себя вон там и вот тут. А, все поняла. Все, давай, на счет три. Давай, подожди, стой, сейчас тут отчет есть, я знаю, да, вот. Нажимай и побежали. Все, все, ура, ура, ура. О, шарик, вот то самое, что нам надо. Очень хорошо. Выдумывая прекрасная команда. Хочу шарик. Благодаря тому, что делает все. Кать, поставь его на место. Нет, мне нравится. Кать, давай поставь на место шарик. Дай мне его. Кидай мне. Шарик. Кидай мне его вниз. Кидай. Кидай. Вот все. Пойдем в дверь. Пойдем. Пока уровни даются легко. Надеюсь, они и дальше будут легко нам даваться, и мы не будем тупить по час-полтора на каждом уровне. Хе-хе-хей, меня теперь разбирают, мою голову. У тебя такие длинные ножки. Как тебе игра? Эти тесты могут привести к смерти, если участники пренебрегают общением, командной работой и взаимоуважением. Поэтому для одного из вас это станет интересным испытанием, учитывая сомнительные способности второго. Понятно, да? Без меня ты просто ничто будешь в этой игре. Так, а ты знаешь, что делать? Нет. Я вроде догадался. Так, дай мне кубик. Что делаешь? Ты же умереть можешь. Уйди от лазера. И не попадайся. Так, мы должны этот лазер провести сквозь... и сюда ставь. Так, а я ставлю сюда и сюда. Куда? Куда? Туда. Вот сюда ставь лазер второй. Вот сюда. Вот сюда. Не сюда, вот сюда. Хотя вот сюда. Четыре. Сколько? Сколько? Раз 20 показал. Так, все, пойдем. Вроде так. Ну, видишь, уже открылось. О, круто. Да, да, я вижу, что открылось, я иду. Дальше не открылось. Да потому что я не подошел. Пойдем. Так, еще одна загадка. Еще одна загадка. Там он что-то он. О, блин, он кубик. Вот он. А, они стрелять будут, нет? Они стреляют. А, мы должны их уничтожить по-любому. Ну-ка дай мне. Ну давай, нет, давай ты. Ты должна попробовать это.
Ну, так. Я не понимаю, как делать. Я аж подавился слюной. А чё? А подожди. Да... Стой так. Подожди, а там что за кнопочка, что он делает? А, на кубик. А это что? А я не знаю, слушай. А, это что? Все, понял. Держи ее, держи. Нет, давай я буду держать, а ты будешь уничтожать. Ну я вообще не понимаю, как это делать. Нет, ты просто подойди и вот этим лазером уничтожай турели. Направляй. Не, направляй. Да, во, видишь, ты их поджигаешь. Ты чудовище. Вот. Ты слышал? Да. Их уничтожение является частью испытания. Они для вас не важнее, чем вы для меня. О, он здесь валяется. Так, подожди. Что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? А там открылось что-то? Там, видишь, просто еще одна штука есть. Так, подожди. Надо как-то наверх. Надо. Сейчас, если так. Криво, да? Да. А ты что, не веришь, что ли? Ну, давай. Так, что-то не то. Так, а что не так? Мы должны открыть эту, а что нам это даст? А, вот, наверное, что-то здесь поднимется, нет? Так, а почему? Почему? Так забавно бегаешь. Я уверен в этом, что я забавно бегаю, но надо решить проблему. Катя, зачем ты это сделала? А, так, нет, не вариант. Так, подожди-ка. А почему тут так много этих для порталов? Так, я туплю. Кать, давай, помогай мне. Я тоже туплю. Нам надо... под лазер не попадайся. Вот еще вот штука есть, видел ее? Да, я видел, да. Зачем она? А, подожди, нам надо, короче, ровно выставить. Во! Вот так вот надо. Вот сюда надо поставить портал, все. Мы должны четко, ровно. Вот так вот, да, попасть. Все. И теперь. А что теперь? Перепрыгнуть. И что нам это дало? Нам надо, видишь, два соединения, чтобы было, чтобы что-то. Ну, скорее всего, откроется какая-то платформа и нас вверх потянет. Нам надо еще зажечь вот это. Как? Вопрос, как это сделать. Так, знаешь, что можно сделать? Я делаю сюда. Нет, слушай. Здесь стоит портал. Портал ставлю сюда. Ты ставь портал сюда, Кать. Вот сюда ставь второй портал свой. Во. Все, пойдем. Все, мы догадались. Ура! Бинго. Я тут. И ты тут, пойдем. Сообщив счет каждого из участников, я бы обесмыслила этот тест. А никак, но да? Сказать, никак, что один из вас справляется никак. Очень хорошо. Пройдите в следующую тестовую камеру. Но мы идем в следующую тестовую камеру. Мы записываем уже около 20 минут. Серии, я думаю, будем делать не сильно большие. Вот сейчас еще уровень. Если мы долго на нем не затопимся. Смотри, ты видишь, у меня одна бровь. У тебя еще брови нет. Да, у тебя одна бровь, одна лобовь. Я знаю, что вы делаете, но мне это не нравится. Прекратите. Какой нормальный, собственно. Жест. Давай, камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. Ты выиграла, блин. Ты как я попа покачаю. Да. Твоя попа просто открыта. Для всего. Во всех смыслах этого слова. Ё-моё. И что тут делать? Что-то где-то я видел уже такой уровень, не помню где. Где-то я видел. Так, платформа, да? Кто-то должен, короче. Давай я пойду туда. Почему ты? Нет. Потому нет. Что. Нет. Ладно. И что? И как мы теперь и отсюда все? Выберемся? А. Вот так вот.
Ну давай. Оранжевый, запрыгивай. А, да, проходи. Хорошо. Ставь порт. Так, стоять. А это что? Стой. Надо было тебе портал. А, или не надо? Давай, иди. Сюда. Куда? Сюда. А, стой. Вот сюда иди. Да, теперь забирайся на нее. А, я поднимаю. Бери кубик. А, стой. Наступи на нее, да. Иди туда. Тебе надо было портал поставить, блин. Оставь кубик здесь. Ну. Наступи сюда и умри. Нет. Кать, ну ты иначе. Хочешь меня убить? Я не хочу тебя убить, просто я не вижу смысла, чтобы ты как-то оттуда выбралась. Не вижу. Как бы ты вообще оттуда выбралась? Оранжевый преподал синему ценный урок доверия. За это оранжевый получает 17 очков научного сотрудничества. Видала, да? Я еще и очки получил. Давай, иди туда. Сюда портал. Иди, заходи. Проходи. Да. Нет, портал пониже поставь, да. Иди туда, спускайся. Стой, только не заходи в портал. Спускайся вниз. Ставь портал второй тут. Бери сундук. Бери. Проходи. И теперь сюда. Поднимаешься. Так. Все, проходи. Проходи. А, блин. Ну, прыгай вниз. Прыгай. Заходи в портал. Понесли этот ящик. Так, нам его... Давай сюда. Не, вот ставь его на лазер. А, стоп, я думал, здесь будет. Нет, это не то. А, вот, все, давай. Вот, вводи, вот туда его. Вот, чтоб вот это... Да, вот, еще. Еще правее. Вот, да, все, поняла? Все? Все, да, пойдем. Может показаться, мы же оттуда пришли. Куда идешь? Мы не оттуда пришли, что только что дверь открылась. Но это не так. Да? Каждый аспект поведения будет учитываться при выставлении окончательной оценки. Так, например, синий, Катя, стой. Ты только что потерял 2 очка открытых возможностей. Поняла, да, ты потеряла 2 очка. А на этой позитивной ноте мы закончим нашу первую серию прохождения Portal 2 в кооперативе вместе с Катей, вместе с командой Каки. Почему Каки, мы уже объяснили. Ну а что ж, с вами я попрощаюсь и скажу вам пока-у. И Катя, попрощайся. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока, зрители.